мы представляем вашему вниманию соковыжималка Novis. Это 600 ватт. Олег, для меня уже шок, потому что я вспоминаю, сколько соковыжималки стоит в магазинах. А тут 1590 рублей за соковыжималку. Да. Как она работает? Взгляни, я отправляю туда целые апельсинчики. Вот. Вот это да, прям полностью. Да, смотри, раз, следующую. Слушай, как быстро у тебя уже наполняется этот контейнер. Скажи, пожалуйста, а что в комплекте? А в комплекте все есть необходимое. Именно вот этот вот стаканчик. Он тоже в комплекте? Да, он идет в комплекте. И главное, уважаемые телезрители, взгляните, пожалуйста. Я сейчас отключаю. Так, стоп, пожалуйста, не уходите. Посмотрите, я беру, приподнимаю и отключается. Ух ты! Понимаешь? Слушай, нет. И не стекает. Вот еще раз, и стекает, стекает, оставшийся. Посмотри, какая удобная вещь. Чтобы не капало на стол, ты берешь, приподнимаешь, и все. И у тебя останавливается. Дорогие мои, главное успеть прямо сейчас. Потому что, посмотрите, Олег, ну это вообще шок. Ты видел, какая скидка? Какая? 400 рублей! Такие скидки просто бывают очень редко. Целых 400 рублей, дорогие мои. Вы сколько вы фруктов купите за эти деньги? Да огромное количество. Представьте себе, какой у вас сейчас шанс. Свежие соки. Все. Ты меня подкупил. Я фрукты просто обожаю. Итак, уважаемые телезрители, вы уже на даче. Вы выращиваете апельсины, мандарины, яблоки, сельдерей, все, что хотите, капусту. Ой, Олег, это очень вкусно. Дожди. Давай добавку. Добавку, Аня. Всегда свежевыжатый сок у вас дома. Представляете, ну какая это цена. Дорогие мои, мы не можем оторваться от этого наслаждения. Слушай, без комочков. Идеальный, вкусный, свежий. Тебе интересно, как это работает? Конечно. А вам, уважаемые телезрители, интересно, как это работает? Это работает? Все, сказали да. Сказали да. Дорогие мои, главное, что цена всего 1590 рублей за соковыжималку. Олег, ну сколько стоит соковыжималка? Итак, вот посмотри, пожалуйста, Оль, из чего состоит наша великолепная соковыжималка? Ага, взгляните. А я-то смотрю, ты отправляешь целые апельсины прямо с частичками кожуры. Конечно. Думаю, дело все действует? В том, что здесь специальная насадка. Вот, кстати, для нее, до нее нельзя особенно дотрагиваться, потому что острая? Она очень острая, а вот это мелкая ситечка. Вот итак, в чем секрет. Да, мы отправляем сюда целые фрукты или овощи, все, что хочешь, даже ягоды. И все. И остается только нам наслаждаться вкусом. А куда мусор уходит? А я тебе сейчас покажу. Вот этот контейнер, который идет в комплект. Посмотрите, как легко он сюда подходит. А, слушай, вот. И он снимается отдельно. Я-то просто представляю, как. Итак, мне нужно что, целую соковыжималку нести, мыть? А оказывается, вот просто я сняла контейнер и все. Совершенно верно. Итак, уважаемые, взгляните, вот я делал апельсиновый сок, вот он весь жмых ушел сюда. Итак, чтобы сейчас я продемонстрировал вам следующий сок, я ее закрываю. Слушай, да, какие виды фруктов можно использовать? А любые. Уважаемые телезрители, все, что хотите. Если, кстати, давай-ка хозяйкам на заметку. Так, какие у нас заметки? А заметки, кстати, очень самый полезный, один из самых полезных соков, это сельдерей с морковкой. Ну что ж, это действительно самый даже полезный сок, дорогие мои. Сельдерей сейчас есть в любом магазине. Многие, кстати, его начали выращивать самостоятельно. Опа! Подожди, ты прям, Саш, сельдерей, да. Имеет твердую шкурку. Да. Смотрите, как целыми кидаю сюда. Посмотрите, вот сейчас покажут. Вот, да, вот и режу. Это раз, да. Все, подтолкнул и отправляю. Я вспоминаю прям на сельдерей, он прям расходится на волокна, такой твердый, а тут тебе понадобилось всего пара секунд. Да, и морковку. А можно хозяйкам на заметку? У меня есть дополнение очень хорошее. Итак, уважаемые хозяйки, если вы делаете чисто морковный сок, Оль, тебе будет тоже интересно, то я рекомендую вам морковный сок прокрутили, сделали сок при помощи этой соковыжималки, а потом, если у вас нет аллергии, добавьте молока или сливок, потому что здесь кератин, а вы кератин немножечко притупите, и он будет легко усвояемый и легко более полезным. То есть это максимальная польза от этого сока. Дорогие мои, сколько пользы придет в вашу жизнь, представьте себе. Итак, еще раз, дорогие друзья, представляем вашему вниманию соковыжималка Novis. Это 600 ватт настоящей великолепной сладости, вкусности, которая может быть у вас в доме.
любые соки, которые вы хотите. Апельсины, мандарины, овощи, капусту, морковку. Что еще могу сказать? Дорогие мои, это же идеальный подарок для ваших любимых, для ваших близких, конечно. Тем более такая приятная цена, 1590 рублей.